Здорово, друзья, с вами Sky, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку Life и DLE. Игра, в которой нам предстоит прокликивать жизнь одного персонажа, которого мы выберем, и давайте же посмотрим, чего об этом разглагольствовать. Ну, я думаю, что мы возьмем полицейского. Мне кажется, это достойная работа. Ой, какой-то у нас такой неопрятненький чувак получился. Ну да ладно, давайте будем кликать. Один клик. А это что такое? А, видимо, автоклики есть. Так, 3D glasses у нас есть. Работа. То есть я безработный. Волонтер. Нормально. Мне нужно больше денег, говорят. Ну ладно, что ж. Будем кликать, зарабатывать еще деньги. Отношения. Я не готов, они поедают мои деньги. Это точно не мне. Barefoot за 500. Машину купить. Мне кажется, знаете, я хочу это. Хочу тачку. Так, мне нужен интеллект 1. Все, я понял. Так, Toys Legos. 1500, да, ё-моё. Возьму-ка я вот это вот. Мне кажется, это довольно прикольная штучка. Прокачался. Так, что же у нас это дает? То есть мы стали сильнее. А, мы подкачались. У нас есть... Неплохая машина. Ну как неплохая? У нас полное говно машина. Давайте будем. Так, что я сейчас сделал? Я купил аксессуаров. Только что... Я купил, в общем, какие-то себе очечки и еще что-то, что я даже не заметил. У нас чарм 0. Это очень плохо. Нам нужна... По идее, нам бы сейчас прямо долбануть нам немножко мозгов. Потому что мы, судя всего... Судя по всему, мы тупы как пробка. Но это все, что я могу на данном моменте понять. Поскольку... Давайте скилл качнем ему. Не будем больше волонтером. О, да! Кадет! Мы теперь кадет. Отлично. Мы должны повышать свои навыки в соответствии с тем, что от нас требуется. Давайте почитаем книжечку. Мозги наши качнутся. А, ну тут можно... Поиграть с Лего за 380. Это повысит нам скилл. Но у нас нет Лего. Или я что-то не понимаю. Ну, давайте. Еще поиграем. Так, можем покачаться. Качаться, я думаю. Так, типа скилл. Отлично. Нам нужен чар. Living Space. Так, у родаков это... Мы живем сейчас, и поэтому у нас ничего это не жрет. Я думаю, может повыситься нам в том плане, что повысить наши знания, что я несу, какие знания, нашу работу, стать более крутым или просто покачаться пока, набрать побольше денег. Силовой бег какой-то открылся у нас. Ребят, мне игрушка нравится, не знаю как вам, надеюсь вам тоже, поэтому ставьте лайки, она того заслуживает. Игра реально крутая, я надеюсь долго в ней залипну. Возможно, даже будет не одна серия. Посмотрим по вашим лайкам. Ну что ж, давайте дальше кликать, зарабатывать на машину. А давайте вот так вот. То есть я купил еще какую-то... Или я что вообще? Обувь покупал? Нормальные ботинки? Все понял. До машины мне еще надо идти. Так. Йо, хикинг, но из маунт. Так. Давайте, нажмем yes. 1500. Не получилось. В общем, я должен людям 1500. Надо было сваливать просто. Ну, сейчас, я думаю, накликаю. Давай же. Ну, что? Ух, денежки еле капают. Я думаю, надо увеличить наш заработок как-то. Так. И что не нравится? Харизма, точно. Наше очарование. Его у нас недостаточно. Ну, сейчас мы попробуем его развить куда лучше, чем на данный момент. То есть надо выполнять условия, сколько мы имеем, сколько им надо, и от этого уже будем отталкиваться. Поговорить с зеркалом за 1309, да ё-моё. Сколько же бабла это, надо всрать просто туда. Ох. Я понимаю, конечно, что мы тут должны читать за довольно большие деньги, но поговорить с зеркалом? Так, кадет у нас. Кадет открылся. У нас скейтборд.
Опа, ну все, мы такой мент. Теперь, знаете, вот только получивши вышли из звания кадета, стажер. Мне кажется, идеальнее подходило сюда, это так вот могли бы назвать. Так, можем прибавить силу. А можем, наконец-то, взять себе лего за 1500. Ну вот так вот. Хотя, я думаю, стоило качнуть себе жилье. Нет, я ошибаюсь. У нас есть джойстик, но у нас нет машины. Можем себе действительно позволить более крутую машину. Почему нет? Мы же зарабатываем какие-то деньги. Мы катаемся на гребаном велосипеде. Да вы издеваетесь надо мной просто. Давайте попробуем игрушки. Это у нас скилл плюс один. Скилл плюс один. Все, я понял. Давайте заскиляемся лучше, может. Ну, вот так вот. Скилл у нас есть, это уже нам плюс, такой большой, знаете, плюс. Сейчас бы нам харизмочку подтянуть. Я же правильно? Чарм, шарм. Ага. Давайте докинем сюда. Вот. Chain Wallet. Что-то мне кажется, что что-то страшное. Звучит, по крайней мере, вот так вот. Chain Wallet этот некий. Угу. Электронную гитару в игрушке себе можем купить. Нет, я думаю, купить себе жилье хоть какое-нибудь, чтобы у нас все было поприятнее с ним. Подождите, гребаный фургон? Это все? Вы смеетесь. Так, мы офицер. И нам, по идее, бы как бы не присуще жить в таких поганых условиях, но что мы можем сделать, если у нас только так получается? Так, давайте-ка почитаем. Мы довольно-таки не самые разумные, как я понял, вообще в этой игре. Угу. Так, давайте нажмем «Да». Ну что ж. Ну, у нас потихонечку все растет, нам надо пополнять интеллект. Это в моем понимании. У нас жилое пространство не такое хорошее, как бы хотелось, но все же лучше, чем ничего. Так, куплю-ка я... скутер. Это уже куда интересней. Так, харизма. Мне нужна одна харизма. Где же я ее возьму? Правильно, куплю. Что не так? Сила. Сила, я забыл про силу. Просто как так вообще возможно? Давайте прокачаем еще себе силушки. И отправим. Детектив. Господи, он выглядит как непонятно кто. Мы почти докачали все скиллы на нужном уровне. Мы можем поменять себе скутер. Ну, в принципе, поменяем. Наконец-то у нас Ford Escort. Конечно, какой Г мы купили? Подержанный Ford Escort, если мы живем в ван. Понимаете, в каком ужасе мы просто выживать должны? Вот так вот. Поэтому на этом мы будем кататься долго. Так, разобрать радиоуправляемую машинку. Ради скилла. Да ты псих просто. Давай, электрогитару еще развали. Которую я что купил. Ну, чувак вообще безбашенный немножко. Так. У нас будут забирать деньги за отношения. Надо ли нам это? Нет, правильно. Поэтому мы взяли себе... общагу дырявую просто мы взяли себе. Ну, по крайней мере, мы зарабатываем денежки и можем как-то смириться с этим и жить дальше. Ага, сержант. Отлично. Хотя, что отлично, если мы какой-то жалкий сержант. Ага. Мне кажется, у нас все хорошо, и этим мы повышаем бюджет себе. Надо подумать, как больше сделать нам. Я силы себе накачал, не понял. А это чудо откуда появилось? Или эта игрушка настолько стала большая у нас, что мы с дёрт-байка перешли на... Так, теперь нам нужен интеллект. Чем больше интеллекта, тем лучше. Но в нашем случае интеллект тут не главное. Совсем не главное, потому что мы тупой как пень, блин, выходим в любом случае. Угу. Денежки у нас чтоб не ело, мы повышение едем. Вот это повышение, я понимаю. Сразу стало и бабла больше у нас, и всего больше. И желание удавиться тоже стало больше. Капитан. Он купился АТВ. А зачем ему квадрат вообще? Ну, квадроцикл вдруг. Так. Просто причина покупки квадроцикла. Ё-моё, он просто богатый мент, который живет в какой-то днищенской кате и катается на Honda Gremlin.
Давайте. Мы пойдем в спортзал и будем просто качаться. Нет? Нельзя? Да ё-то Камри. Вот это я уже понимаю. Вот это ты получил нормальную более-менее машину. Но что было у тебя до этого? Ты издеваешься? Я не верю, что такой мент, как ты, мог получить такую гребаную машину. Это просто не... Unreal. Но нет, он ее взял себе до этого. Ну вот Toyota Camry — это уже хорошая машинка у нас. Но мы поменяем на Jeep Renegade. Да. Ты Camry поменял на Jeep. Ты адекватен, чувак? Зачем? Не знаю, может, я чего-то не понимаю. Не догоняю, так сказать. Ну что ж, пока качаемся дальше. Интеллект повышаемся. Подумаем о том, чтобы повысить еще себе все статы. Как-то забустить их. Вот силу себе купили. Что это мы сделали? Теннисный корт? Мы живем в какой-то помойке. И при этом делаем себе теннисный корт. Давайте. Возьмем Sleeping Around. Что это вообще? Спит с кем-то или что? Свидание. Давайте свидание пусть будет. Серьезные. Тебе нужно больше денег. И нужно более крутое жилище. Ё-моё. Ё-моё, я что купил? Я купил гребаный особняк. Мне дрейн 15 просто. А тут 75. Я не знаю, как выживать в этих условиях. Как просто с такими условиями выживать? Давайте. Шеф полиции. Что нам надо? До двадцаточки. Да пожалуй. Ну нам. Да пожалуйста, на ляпну. Ага, сейчас разбежались они. Давайте. Вот, шеф полиции. Ё-моё, мы же прибогатели тут. Надо джипик поменять, бы у меня какая-то вон. Вот это что у нас? Генезис. Понимаете, он пересаживается на Hyundai Genesis. Я не знаю. Мне кажется, это диким на таких машинах он прыгает. Купи себе что-нибудь другое, покруче. Ох, 20-30, ё-моё, сколько надо интеллигентности-то нам. Интеллигентности, почему я сказал вообще так слово это коряво? Мы должны купить новую машину. А все почему? Потому что это BMW 550. Смотрится куда лучше, чем член гольф-клуба. Знаете, интригует. Или Rolex. Да, конечно, Rolex, о чем вы? Мы должны быть просто костюм от Армани. Он добавляет силу? Что? Костюм от Армани добавляет силу? Все, ребята, я побежал за костюм для Армани. Буду силачом. Ну, на самом деле, это... Так. Я выиграл новую машину? Или у меня мозг потек только что? Так. Lamborghini Venano. Или Venino. Да фиг его знает, как это произносится. Ванина это. То есть я купил себе вот эту вот рвань. Капец. Она, ну, не рвань, это просто рвет машина. В моем понимании. Living Space у нас максимальный. Мы какой-то лишь жалкий мент на тот момент были. И добились такого. Яхту купили себе. Да вы что, ломом биты, ребята. Он явно проживает в России, как минимум, и он знает, как делать деньги. Вы понимаете, взяток он берет, вот этот наш товарищ полицейский. Мне показалось, или он взял SpaceX билет, или что это? Вот мы с ума сходим, у нас просто денег настолько дохера, что мы даже плохо представляем, видимо, куда их тратить. Потому что адекватный человек не возьмет себе SpaceX. Хотя, знаете, адекватный человек не возьмет себе Armani Suite за такие вот деньги. При вот положении. Не, я не спорю, есть богатые люди, которые спокойно могут себе это позволить, поэтому кто им запрещает. Но мы с вами сейчас уже докликаем до того момента, когда SpaceX у нас отправится, и это будет максималка. Да, мы все выжили из этого. Давайте выжмем уже из остальных пунктов. Может, работаем более-менее нормальную сейчас подыщем. Вот Армани нам нужен просто. Ну, кто мы без Армани? Обычный чувак. Вот чем мы отличаемся от других? Да ничем. Просто обычный чувак.
Ой, 600 тысяч надо накликать. Пальцы уже отваливаются, честно говоря. Надо кликать же, кликать, кликать постоянно. Такое ощущение складывается, что это докторская степень, мне кажется, или нет. Пауэрлифтинг я там вижу. Ну или что-то примерно такое же рода деятельности. Армани купить себе. Ну нет, нет. До Армани я дорасту. Теперь я докторскую защитил. Я не знаю, докторское ли это или что это вообще. Но мне надо накопить денег. Я вот кликаю. Осталась просто одна позиция, которая мне нужна, и все. Больше мне ничего не надо здесь. Я, возможно, куплю себе этот костюм и буду очень счастлив. Но я не знаю, как все сложится. У меня есть, как я понял, летний дом, огромный особняк. Вот там что-то сзади, космическая программа, билетик. Я полетал в пристань, катер и дорогущая машина. Теннисный корт, вон, квадроцикл. То есть я вообще причехлился, как нефиг. А вот другие тут. Семейку себе завел. Сами видите, у меня личный остров из развлечений. Мне кажется, это вполне себе хорошо. Так. Давайте так. Ну что ж, у нас само по себе надалось. О, да! О, да! Это было последнее звание, поэтому я... Я купил себе костюм от Армани, и это ни хренища мне не дало. Зато я купил себе Бугатти? С каких пор оно выглядит как Ламборджини? Ребят, кто мне пояснит, что за шняга? YouTube Tutorials. Угу. Неплохо, скиллов прибавило. Ну что, будем дальше. Так, по идее мне надо либо купить Бугатти сейчас вместо этой машины, либо что. Ну, ребят, насколько мы затянули этот летсплей, всем спасибо, что смотрите. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал. Жду еще больше ваших лайков и вашей активности. Пишите комментарии, и что будет интересно, на это буду отвечать. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Я получу вон свою статую мраморную. И лайк за это. Так что до новых встреч, ребята. И всем удачи. Всем пока.